Культурно-деловой центр «Мотовилиха», бывший ДК «Ленина». Именно здесь теперь проходят репетиции хора и оркестра «Музыка Этерна». В этот раз артисты будут знакомить горожан с творчеством Феликса Мендельсона, под чей свадебный марш по сей день проходят бракосочетания. Композитор, проживший всего 38 лет, успел создать первую в Германии консерваторию, вернуть интерес публики к забытым гениям прошлого, например, Иоганну Себастьяну Баху, и написать собственные шедевры. Это одно из последних сочинений Мендельсона. Оратория – произведение со сложным драматическим сюжетом для хора, солистов и оркестра. Называется оно «Илия» и посвящено одному из пророков Ветхого Завета. Как утверждал сам композитор, он представлял себе своего героя сильным, нервным и мрачным, даже недобрым, борющимся с придворным сбродом. Замысел автора воплотит на сцене интернациональная команда. Вместе с пермскими артистами репетирует дирижер из Франции Рафаэль Пишон. Он тщательно отрабатывает все нюансы произведения. Я считаю, чтобы понять музыку Мендельсона, необходимо обратиться к его предшественникам, например, к Баху. Ведь в этой оратории используются принципы барочной музыки. Мы должны понять этот оригинальный язык Баха и через него, через ранние истоки, прийти к собственному мендельсоновскому звучанию. Эта репетиция открытая, сюда допускаются все, кому интересно увидеть непарадную сторону театральной работы. Проект «Лаборатория современного зрителя» открылся в этом сезоне и уже обрел популярность у горожан. Участники лаборатории говорят, присутствие на репетициях открывает театр с другой стороны и готовит к восприятию премьеры. Чтобы знать, чтобы это уже слышать, чтобы на концерте это было уже не первый раз, потому что когда это не первый раз, открываются какие-то совершенно вот новые глубины, что ли, или красоты. Каждый раз по-разному. Для меня иначе видится то, что делает наш театр, то, что делает музыка Этерна. До этого я, можно сказать, не ходил никогда в оперу. Для меня это было все чужое, не свое. А тут вот я заболел, и вот я здесь. Премьера оратории «Илия» 28 января. На очереди исполнение произведений Баха и Моцарта. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.